Что вы думаете, когда я вас останавливаю? Когда вы торопились куда-то, превысили? Когда у вас ребенок в машине, а автокресло в багажнике? Или когда он не пристегнут, все равно уже вырос. Хочу оштрафовать или ищу повод? Я здесь не для этого. У нас с вами есть общее дело – сохранить жизнь нашим детям. И без вас не получится.